Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Супер Крошки Экзе, или The Powerpuff Girls Экзе, или Blossom Экзе, кстати. Blossom — это, я так понимаю, имя вот этой вот девочки. Я не знаю, многие ли из вас видели этот мультик, лично я его толком никогда не смотрел, но его показывали, вот когда-то я еще был маленький, у нас транслировали, я помню, на телевидении канал Cartoon Network. Ну, соответственно, вот это та мультипликационная студия, которая его нарисовала, и там все было на иностранном языке. Я еще тогда английский не знал вообще, поэтому смотрел, знаете, на картинки, можно сказать, движущиеся. И я, в принципе, тогда, можно сказать, смотрел этот мультсериал, но ни хрена не понял. А потом уже, когда вырос, я его никогда не пересматривал. Ну вот, у меня есть возможность погрузиться, скажем так, в это произведение лупоглазого головастого искусства. Давайте начнем. How to play. Стрелочки, shift, прыгай на врагов. Ну, это вроде бы понятно, давайте начнем игру. Так, Blossom, тебе нужно делать домашнюю работу. Собери 5 книжек и принеси мне. Так, это у нас тут, короче, такой мистер Балди получается. Я правильно понимаю, что туда мне нельзя прыгать, наверное? Думаю, что да. Так, я должен прыгать на врагов, да? О, ни хрена себе! Такая маленькая девочка, такая вот это, и сильные, однако, ноженьки-то. Ноженьки-то, однако, ни хрена себе. Да ты шо? Вы видели этого здоровяка, этого? Дяденьку этого жирного? А как он резко-то... Подождите, а как же тут перепрыгнуть? Так вот, что ли? Да. А как он резко-то, что называется, упал после столкновения с нами? Ну, это тут, видите, девочка. Реально супер-крошка. Реально, да блин, супер-мать ее крошка. Давай быстрее так все. Вот сюда теперь... так, я сколько уже собрал? 4 книги, да? Осталось еще одну. Наверное, мне нужно как-то вот туда вот допрыгнуть, да? Но я не могу. А я не могу туда, как? Подождите. Shift, shift, точно, да-да, там же в управлении было сказано. Сейчас, секунду, сейчас мы это сделаем. Хоба, вот, отлично, вот, прекрасно, все. Иди-ка сюда, придурок, я... Аля-ля-ля. Так, и что дальше? То есть мне получается так, нужно... Ты сможешь снова найти для меня всегда? Да ты заманал меня, мужичок. Херли, ты такой тупой, сам не можешь свои книги найти. Так, давай вот этому по башке, значит, прыгнем. Теперь вот сюда, отлично. Короче, мы должны собирать книжки и убивать несчастных динозавриков. Вот так вот, как говорится... Ты издеваешься надо мной? Вот так вот, мать его, как говорится, мы себя и ведем. Потихоньку, помаленьку. Хоба! Хоба! Вот, все. Где еще? А сколько еще книг осталось? Так, я нашел 2 из скольки, мне вот интересно. Ха-ха! Слушайте, ну это прикольно на самом деле. Мне нравится это чувство, когда ты играешь за такую маленькую хрупкую головастенькую девочку, и при этом можешь вот так вот херач... Нет! Блин, вот говно, а? Так, слушайте, тут надо, наверное, знаете, двумя руками играть, потому что так удобнее. Я одной рукой, видите ли, не справляюсь. Так, сейчас, давай-ка еще. Хоба! Хоба! Сейчас допрыгну, сейчас сделаю. Я думаю, у меня получится. Блин, ну это... Да маленькая дрянь не хочет нормально прыгать, блин, своей башкой. Чё у тебя такая башка здоровая? Что, сильно умная, что ли? Я не понимаю. Ты что, этот самый, Сирен Киркегор, великий философ, мать твою? Какого хрена? Тоже мне Жан Бодриар. Давай прекращай уже свои эти... интеллектуальность мне тут свою демонстрируете. Башкой со своей. Во, все, вот так вот. Вот это я понимаю. Так, 5 книг собрали, все, прыгаем вниз. Да-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Здорово, мужик. Так, о, погодите-ка. Мы в каком-то лесу, да? В каком-то лесу я от страха несу и собираю все книги, да? Я уже видел какие-то слайми, грини, 2 футеры здесь. Я бы на твоем месте с ними не связывался. Чего? Короче, он видел тут каких-то монстров. Вот это, да, видимо? А, то есть на них нельзя наступать, да? Ну, я все-таки, наверное, еще раз бы попробовал. Мы как видите, начинаем заново. То есть мы начинаем заново, но не прямо заново. Не, вообще нельзя касаться, понятно? У меня была идея. У меня была идея того, что я должен прыгнуть чисто на голову этой твари, но, видимо, нет. Хорошо, я понял. Давай-ка в сторону. Та-та-ра-та-та-там! Мразь! А так у меня... Блин, у меня всего 3! Вот ты падла! Вот ты падла такая! У меня мало жизни оказывается, ребята. О, говно какое! Ну ничего, я думаю, что в этот раз-то я быстрее справлюсь. Сейчас мы разберемся. Перепрошел, блин, одну жизнь все-таки там всрал на одном из этих ублюдских динозавров. Давайте мы еще раз попробуем. Так, ну короче, пока что все просто, да? Вот эта мразь, мы ее перепрыгиваем, и нет проблем, да? Так, сейчас вот смотрю внимательно. Аккуратно тоже перепрыгиваю, вот так вот делаю.
Хоба, все, наступил. Четко наступил. Так, впереди вроде проблем нет, да? Никого, никто не беспокоит. Никто не пытается меня убить. Там вроде бы тоже никто не пытается меня убить. Все прекрасно. Все прекрасно, спокойненько собираем книжечки и не паримся, как говорится. Все хорошо. Так, теперь давайте я на всякий случай даже рисковать не буду. Я, наверное, вот так вот немножечко. Немножечко вот так вот, да? Теперь вот сюда, хоба! Ого. Да вы охренели совсем, ублюдки. Упыри вы поганые, вы что, оборзели? Хватит, сколько вас тут может быть? Все, запрыгнул, запрыгнул на бошки, перепрыгнул, запрыгнул, запрыгнул, перепрыгнул, поубивал. Это я умею. Куда? Ну давай, куда-нибудь вот туда попробуй. Че, ау, это правильно или нет? Ха! Так я, я должен был, блин, я должен был ему книги вернуть. Куда я поскакал? Дебил, у меня одна жизнь осталась, ребята, одна жизнь осталась. Вот такая вот печаль. Я сейчас опять, наверное, проиграю, блин. Не хочется, однако. Не хочется, однако, всрать, но, наверное, придется, да? Так, хорошо, окей. Давайте вот сюда, вот сюда. Так, здесь опять вот это чувырло. Отлично. Слушайте, а когда начнется экзешность? Когда начнется экзешность этой игры? Вообще, в целом, она уже началась. Это реально ад какой-то. Садомический просто. Ну, но я жду, когда наша Блоссом станет черноглазой, страшной такой, да? Ну, вы понимаете. Так, и вот это последняя же книга, да? Все, теперь мы обратно, значит. Обратно, значит, бежим, устремляемся. Так, смогу, не смогу? Ну, наверное, смогу, что не смогу-то? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, все, типа, стамина наша замечательная. Наша прекрасная стамина. Стаминит по полной программе, как говорится. Так, вот сейчас вот будет, по-моему, монстр. Он вот здесь, да, он вот здесь, нормально все. Так, давай перепрыгиваем, хоба! И здесь тоже перепрыгиваем, хоба, все. Держи свои сраные... Ясно. Ой, вы гляньте. Я играю за какую-то новую девочку. Так, тут, конечно, темно. Просто до сраки. Ускоряться, кстати, нельзя. Нельзя ускоряться. Мы можем только вот так вот. Если у нее какие-то жизни, я, кстати, не знаю. Вот, между прочим. Потому что не видно. Там очень темно. По-моему, там вообще нету хелсбара, скажем так. Просто бежим, ползем все по коридорам. Привет, девочка. Ты хочешь меня убивать? Да? Это милая девочка, которая появилась там, блин, она хочет меня убивать, мне кажется. Опять хочет убивать? Я прям вижу кровожадный взгляд. Не надо, ну пожалуйста, ну не надо. Ну не надо меня убивать, я тебя очень прошу. Очень тебя прошу, убивать меня не надо, блин. Так, короче, давай прыгаем. Прыгаем мы, или мы не прыгаем? Мы не прыгаем. Я туда-сюда хожу, как дебилы, я не прыгаю. Нет, я прыгаю. Нет, я все-таки прыгаю, извиняюсь. Отстань! Отстань, паскуда, я не успел развернуться, я сейчас проиграю, да, все. Не, ну это правильно, это нормально. То есть дальше мы играем за эту девочку, окей. Это хорошо, в принципе, что мы, по крайней мере, знаете, за новых девочек играем, в случае чего. Я могу ускоряться здесь? Нет, только обычный прыжок. Только обычный прыжок без ускорения. Значит, нужно четко его делать, понимаете? Мне не поможет в воздухе никакая возможность подпердануть там и так далее. Потому что нет такой возможности, только очень четко прыгать. И это, кстати, ни хера не просто! Ух! За самый край прям за... Мужик, пожарных надо вызвать! Ты что делаешь? Дуреха малолетняя! Вот оно тебе на... С таким серьезным лицом убегает. Так, ну ладно. Попробую куда-нибудь добежать. Да хрена с два тут добежишь, блин. О! Мы уже добрые, да? Мы уже милые, добрые, такие блоссомы. Обоссомы. Ну что? О, опять. Опять какой-то рыл там появляется. Ну, окей. Хорошо. Я не знаю, что с этим делать. Ой, бедный, несчастный, ублюдский тиранозавр. Да насрать на него, если честно. А вот это уже обидно. Да. Вот это уже немножко обидно. Ты следующее. Замечательно. Ух. Оптимизм, позитивизм, я не знаю, радость, счастье, оторванные головы моих подружек. На помощь. Да что на помощь, мне кто помог? Че, разворачиваться? Ну, походу, да, туда я пройти. Это плохо. Музон жуткий, реально. Реально очень жуткий музон. Да иди ты в жопу! Здравствуй. Все, конец. Конец, игра окончена.
Вот такая вот игруха, ребята. Блоссом Экзе, или Супер Крошки Экзе, или Powerpuff Girls Экзе. Давайте на этом, значит, будем завершать. Если понравилось это видео, то вы обязательно ставьте лайк, пишите комментарий или подписывайтесь на канал. А то очень злые Супер Крошки Экзе придут к вам и съедят вас живьем. Вы же этого не хотите, правильно? Я вот этого не хочу. Я вам желаю только добра, поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Жмите колокольчик, жмите поделиться. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании. Будем на этом заканчивать на сегодня. С блоссомами, обоссомами и прочими милыми лупоглазыми девчонками. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.